перешли в «Ананас», в «Астроном», поднялись на второй этаж. Перед этим закупили сменицу. Пришли, вот такая вот таранка продается. Вон цена. Вот, цена 78 юаней. Это за полкилограмма? Полкилограмма, да. 780 рублей. Вот. Вот рыбка, я понимаю. Посидеть, пивко попить. Пивко попить в компании. Тоже, по-моему, 78. Ну да, тоже 78. Килограмм получается 150. 1500. Вообще обалдеть цена. Видите, по 52. Окунь морской. Куча всего вот таких. Вот это наш желтый полосатик. 108, охренеть вообще. 108, это 500 грамм. Да, 500 грамм. Получается 2000 килограмм, что ли? Да. Что это тут? Очень дорого. А это вот что это такое черное? Где? А дальше в корзине. Попробуй на вкус. Я не знаю, что это такое. Ну, тоже какая-то рыба. Что-то какое-то, не пойму, что. А вот ленты тут. Маленькие. Целая сумочка. 24, 240 рублей. Это рыба. Что, игла? Нет? Не знаю. Наверное, это рыба игла. Вот тут вот он. На, это тебе сейчас. Ну, рыба, между прочим, очень дорого. И цена тут сумасшедшая. Что, вообще не поймешь. Вот эти рыбные куски. 108 полкилограмма. Попробуй, вкуса. Вес. Ерунда, Лек, а там, глянь, еще. Слушай, ничего себе, кальмары. Офигеть. Вот это особенно, для какой красивый. Да. А кальмары сколько стоят? Да что ты отсюда не видишь? Слушай, не пробовать спасибо написано. Что? Не пробовать спасибо, а ты пробуешь. Вот это еще более-менее 38 на 2, это получается 70, 76, 760 рублей килограмм. Тюльку достанет. Тоже 760 рублей килограмм. Офигеть. Вот тяжелая такая рыба. Цены нету. Слушай, как вы попали в рыбный отдел, воняет, конечно. Кальмары. Нифига. Тоже что-то все без цены. Или 88. Пойдем на ту сторону. С той стороны. С той. А с той нельзя? А тут, да можно, наверное. Потому что там я не пройду, там люди сидят. Да что ж. Я не сказала, она сказала, на, положи к себе ее в карман. Немалый магазин. Ну, конечно, запах. Охренеть, 88. А вот маленький кальмарчик. А, да. Маленький. 270. Ну, подешевле в таком. 2700 кальмар стоит килограмм. Около такого, для какого цвета. Надо было сфотографировать тебя с этими окунями. Ой, Олег, а вот это кто это? Да вот какие колючки. Вот, наверное, морской огурец. Я так думаю. Ничего себе. Вот меленькие, знаете, какие креветочки. Креветки? Да, такой криль, мелкий-мелкий, такой 58. Полкило. Полкило, да.
Вот. А вот 36. Спасибо, не пробовать. А как спасибо, не пробовать, может, ерунда будет, да? Покажи. Так вот, надпись, не пробовать, спасибо. И тут друг, не пробовать, спасибо. Так как я не попробую? А вот эти, глянь, что тут? 780 рублей. Ой, 780, 500 грамм, это сколько угодно? Нет, это пакет, наверное, или это килограмм. 500 грамм написано. А, 500 грамм. Да дорого. 780, 7800. 7800. 500 грамм. Килограмм. 15 тысяч вот это. Вот эта хрень стоит 15 тысяч рублей килограмм. А что это? Что это, я даже не знаю. Ну вот она лежит, блин. Что это, я хрен не знаю. Что-то похож некрасивое. Не знаю, смотри. Не хочу даже брать. Уши чьи-то. Какая-то напоминает мне одну женскую часть тела. Что это, да? Женская. Видишь, сколько, да, посмотри, стоит. 398, 3980 рублей полкилограмма. О. Ты представляешь, вот это фигня. Это твердище. Ну, это миди. 78, нормально. Да, 700, 1500 килограмм. Я, ну, по сравнению с тем, что ну, там, да. Это чай. Вот это что мне прям интересует. 196. Вот это 208. Пойдем. Не, ну вот это вот меня вообще убило, 780. Вот такая штучка черненькая. А вот. А это что это? Вот это вообще, ребята, это жесть. Это стоит 50 тысяч килограмм. 50 тысяч стоит килограмм вот эта штука. 51 тысяча. Но она, правда, веса никакого не имеет. Ну что это есть? Не, ну может это тут на английском что-то есть. Что это есть? Ребята, 50 тысяч килограмм стоит. Это что за палочки? Обалдеть!